Белый треугольник с каймой красного цвета, в который вписана черная буква «Ш». Наш телеканал провел совместную акцию с сотрудниками госавтоинспекции. Теперь на автомобилях саровчан появятся необходимые в осенне-зимний период наклейки с логотипом канала 16. Этот треугольник нужен для того, чтобы сдающийся сзади транспортное средство обладал информацией, что впереди движущаяся автомашина, установлены шипованные автошины, и тормозной путь может не несколько быть короче, чем у автомашины, которая не оснащена данным типом автошин. И, соответственно, выбирать скорость движения и дистанцию соответственно. Просто прям не успел наклеить, и есть такая. Ну, такой подарок я принимаю с удовольствием. И, конечно, мы наклеим. Клеится он в левую сторону, так что аккуратненько приклею. Здравствуйте, нужна такая штука? Да. Наклеивайте. Смотрите канал 16 и соблюдайте правила дорожного движения. Обязательно. Молодцы. А переобули ли вы свой автомобиль в зиме? Если честно, вот со дня на день. Со дня на день? Да. А как вы считаете, нужны ли вот такие значки на стеклах? Ну, наверное, они полезны. Ну, тогда получайте треугольничек с логотипом канала 16. Канал 16 вместе с госавтоинспекцией нашего города решил раздать всем вот такие вот значки. Полезные, нужные? Обязательно нужные. А зачем они нужны, как вы думаете? Как зачем? Чтоб знали, положено по правилам букву «Ш» иметь, значит, положено. А мы предлагаем вам получить вот такую штуку еще и с логотипом канала 16. Давайте обновим. Давай. Держите. Совместная акция канала 16 и госавтоинспекции удалась на все 100%. И теперь на стеклах некоторых автомобилистов нашего города появится замечательный треугольничек с буквой «Ш» и логотипом канала 16. Ну а с вами работала Дарья Цапарыгина и Артемий Глазков. Служба новостей Саров 24. До новых встреч!